Мама говорит, что ты плохой парень, что из-за тебя у нас все проблемы. Ты вчера опять с кем-то дрался в баре, а потом пришел попросить прощения. Мама говорит, что я буду дурой, если я начну с тобой отношения. Но я подвела ее, если честно, потому что мы уже месяц вместе. Встретил тебя, я растаял, хотя я пацан из несомнительной стаи. Ребят, вот я и приехала из Москвы в деревню свою, и сейчас буду устраиваться на работу. Ну что, погнали? Вот моя деревня, вот мое село. А что же в багажнике у деревенских девушек? Фантазер, ты меня называла. Нашла объявление, что здесь требуется продавец. Написано было, что со всеми удобствами магазин. Ой, здравствуйте. Или правильно, я по адресу. Ой, здрасте, ну что, возьмете меня к себе? А что-нибудь умеешь делать? Конечно, умею тиктоки снимать. Да тиктоки только бездельники снимают. Выучим ассортимент, это что такое? Девушка, а булку хлеба можно? Какую булку? Вы... Это же Азамат. Ты что делаешь? Тиктоки снимаю. Все уволено. А 200 рублей за смену? Езжай в свою Москву. Это вертолет, пуляпы на танке, я еду в бой. Тут я капитан, боевой ковбой. Купил новый тур, это самолет. А это... Только есть одна проблема, в город толком не войти. Люди с криком: «А! Поп-питерка! Поп-питерка!» разбегаются с пути. А у нас в деревне просто прекрасная погода. Вот провожаю сыночка в школу. Вот мел взяли. Зачем ты меня провожаешь? Ну, вот хочу убедиться, что ты в школу пойдешь. Мама, вот у учительницы спроси потом. Тебе стыдно? Да, с тобой, с такой мать. А что, я тебе не нравлюсь? Снимает меня. По-моему, я самая идеальная мать. Ты идеальная? Конечно, идеальная. Да, ну. Что, ты вот полгода в школу даже не ходил, дома учился. Кому такое позволено? Мне. Я тебе сказала, уйди от меня, потом сними. Мне сейчас надо снять, Тимур. Потом. Мне видео надо снять. Потом что-то купишь? Да, куплю. Самокат купишь? Самокат? Да. Мел могу тебе дать погрызть. Нет, я могу это. Потихо, я это бесплатно в школе возьму, мел. Какое бесплатно? В школе нельзя брать ничего. Можно. Я хожу в школу, чтобы жрать мел. Если ты пойдешь со мной в школу, ты мне не мать. Эй, эй, я в моменте и пролетел. Который день я не заметил, мне ничего не светит. Эй. Эй, эй, я не могу уже такую капусту жрать, ну сколько можно 30 лет, бабе? Короче, идем в круглосуточный магазин на 100 рублей, сейчас посмотрим, что мы купим. Реально у нас 100 рублей только, сейчас посмотрим, что он купит. Бедный школьник. У нас будет новая рубрика, называется она «Бедный школьник» и его мать-одиночка. Что нашел? Нет, ему это не надо брать, положи на место. Сказала, что хочу, то и захочу. Бедный школьник. А ты будто бы не бедная. Ну я тоже бедная, я твоя бедная мать. Я нашла для тебя кое-что. Это ты. 172 нам не хватит. Нам хватит. Купи мне вот это. Нет. Пожалуйста, мне никто не дарит. Магазинчик и колокольчик, 19 рублей. 3 штуки возьмем. Пожалуйста, я пить хочу. Очень заругаюсь, что мы где-то не там ходим. Они откуда знаем, где ходить. Это 78 рублей, у тебя еще 22 рубля осталось. Иди, убирай. 90. Что продается такая два? Не знаю. Фак от моего сына, как за один день можно получить 2 двойки? Объясни мне. Алоэ вера. Какое алоэ вера? Тимур, что это такое? Она вон каким почерком даже это написала. Математика 2. Поведение 2. Это что такое? Ну у всех такое было же. Баба, вот ты понимаешь, что? Нет, я не понимаю. 6, блин, 2 получила. Кто 2 получил? 6. 6 человек. Ну, причем 2? За поведение? Ну, так а ты-то не должен получать за поведение 2. Так не только я за поведение получила. Что ты делал, скажи? Хлеб подкидывал в столовке.
Зачем ты раскидывал хлеб? Он с плесенью был, я попался. И куда ты его дел? Ну, под стол. Потом по нас будет, нефиг таким. А, ты людей спасал, да? Да. А то еще схавают. Я вообще-то...